Ну, первое, это хочу народ поздравить с победой. Выиграли кубок, молодцы, молодцы. Что касается игры, в принципе, мы к такой игре были готовы, что первые 20 минут народ будет играть активно. К сожалению, мы пропустили мяч довольно быстро. После этого игра выровнялась, а ставка у нас была сделана на второй тайм, потому что мы знали, что народ подсядет. Вот, мы перестроили игру, выпустили свежего игрока, как и планировали, и, в принципе, второй тайм, я считаю, ход матча был наш. Не забили моменты свои, поэтому и проиграли игру. Не забиваешь, ты забивай тебе. Спасибо. Из вопроса? То, что они не забили, не реализовали свои моменты, вы считаете, что не повезло вам сегодня или нехватка мастерства у игроков? Вы знаете, если мы не забиваем моменты, которые у нас есть, значит, мастерства не хватает. Надо над этим работать. Вот. Все на удачу принять мы не будем. Сами виноваты. Забили бы сейчас свои моменты и праздновали бы в раздевалке. Но в целом сезон вы довольны для своей команды? Ну, у нас переходный сезон. Мы это обозначили еще в начале, потому что тот состав, который выигрывал кубок в прошлом году, который девочки были старше, опытнее. Сейчас мы активно выпустили и 16-летних, и 17, и 18-летних. Мы это осознанно делали, потому что уже смотрим на перспективу. Вот многие девчонки сейчас, скорее всего, опытные, которые уже играют и в сборной страны, уезжают. Мы рады, что они уезжают, что они интересны за границей. Вот, и поэтому пусть развиваются, пусть едут. Но мы хотели в этом чемпионате, когда появилась и Кривляна, чемпионы, неплохая команда, и Норок, старый опытный боец, мы немножко и молодежь подпускали, чтобы они чувствовали, как играть со старшими. И кубок то же самое, пусть чувствуешь, что это такое, что накал, ради чего мы выходим на поле. Поэтому это было осознанно сделано, но, опять же, нехватка опыта в таких играх, он, конечно, сказывается. Но зато в следующем году, я думаю, нам будет проще. Уже игроки увидели, что это такое, что значит накал, что такое борьба. И на перспективу, я думаю, это только в пользу пойдет.